Чего? Нифига себе, она еще и телефон зажала. Офигеть, давай карту возвращай. Все. Ты что творишь? О, все, записала данные. А давай вручай. Давай. Вам повестка пришла из ЧВК Редана. Снимаем. Что-то не нравится. Суд там, полиция там. Молодой человек, что вы хотите? Личное имущество, пожалуйста. Чего? Нифига себе, она еще и телефон зажала. Офигеть. Давай карту возвращай. Алло. Карту возвращай. Ты что? Запрещено брать чужие документы в залог. У вас во внутреннем регламенте такое написано. Вы что свой внутренний регламент нарушаете? Вообще жесть, ребята, вон, блин, оформляют. Сабас вовсю идет. Мужчина, на будущее паспорт этим людям вообще не давайте. Я им верю. А вы снимаете? А, понятно. Посмотрим правила. О, вы почему чужое имущество зажали? Карту возвращайте. Вам запрещено брать в залог чужое имущество. До свидос. До свидания. Но он верит им, ведь он им верит. Вот ребята стоят, собачат во все. Сейчас дай-ка пойдем. Здравствуйте. Как вы относитесь к ЧВК Редану? Как вы к ЧВК Редану относитесь? Они недавно появились. К Редану как относитесь? Они сейчас вот сегодня стрелку забили в ТЦ авиапарке. Нужно срочно явиться, объяснить, что к чему. Оставьте их за безбилетный проезд, а то они вообще что-то оборзели. Вот, все. Блогеры, блогеры, срочно блогеры. Давайте в ТЦ авиапарк галопом. Погнали. Снимает, ё-моё, снимает. Кто тебе давал право снимать, а? Я что-то понять не могу. Кто тебе право дал снимать на телефон? Полиция, полиция, блин. Не тыкали тебе еще пока. Не тыкали еще тебе. В одну позу не встал, чтобы тыкать. Она не говорит, какие станции стоят. Она не говорит, на каких станциях стоят еще. Все. Все. Опа-па-па-па. Мужчина, забирайте паспорт. Своими руками забирайте документ. Своими руками забирайте документ. Сами забирайте. Забирайте, она не может. Забирайте, забирайте. Да, да, да. Она не полицейский, она не имеет права. Она не полиция, забирайте, забирайте. Это, как тебе? О, стоят. Вызови, они отражены как раз вот эти. Да, да, вызови, вызови. О, Воронина. О, здорово.
Да забирайте сами документы, мужчина. Она не имеет права документы удерживать. Забирайте сами. Вы видите, только что человек говорит, что оставляет. Мужчина, забирайте. Все. Пока сейчас будет дольше. Сейчас будет дольше надел все. Так, все, сейчас это. Я все равно платить ничего не буду. Смотри. Просто забрал бы, да пошел бы, да? Запишка. Все? Так получилось? Вообще это правильно. Документы я имею право в руки давать. А это не правоохранительные органы. Только по Конституции, только правоохранительные. А почему вы непонятно кому даете? Нет, забрала. Ты забрала. Это что такое? Это что такое? Почему мы в руках держим чужие документы, а? Давай, я буду в руках. Все, закрывайте паспорт. Все, закрывайте, закрывайте. Закрывайте паспорт. Все. Я уже все сделала. Ты что творишь? О, все, записала данные. Что удерживает человека? Не удерживай, поживи. Зачем сейчас? А что она перегородила путь? Не разговаривай. Зачем вот это? Зачем ты в руки взяла документ? Нет, вы видели изначально, как это все было? Зачем ты у себя в руках его держишь? Нет, вы видели, пусть как сам это было? Пусть он сам держит. Я ему сказала, нет, вставайте и пишите, чтобы было это быстрее. Ну. Вы просто пользуетесь неграмотностью пассажиров, а? Знаем, как все это было. Он просто наивненький пассажир, и вы этой наивностью пользуетесь. Вот, ребята, стоят. Че, как там ваши на парке культуры проживают? Знаю, то, что они отписались. А, че? А, это туда, вот зеленый. Ну, все, погнали. В чат, ребята, срочно в чат. Вот, ребята. Вышел тебе письмо, всем желаю. Всем я все отправляю. Распространяй персональные данные. Запрещенной сети интернет. Не говори. Чат, ну-ка. Телефончик спрятала. Приветствую. Как у вас дела? Давай. Привет. А что сегодня? Потанцуем. Сегодня в белом танце кружимся. Наверное, мы с тобой подружимся. Олег, давай потанцуем. Олег. Сергей, здравствуйте. Я вот заявление писала. Сейчас вам. Сергей, здравствуйте. Она заявляет. А, давай вручим. Давай. Грамм, вручай повестку. Спасибо, повестка. Вам повестка пришла из ЧВК Редана. Вы что? Нам нужно, чтобы ты расписалась, что ты повестку, получила. Вам нужно явиться в ТЦ «Авиапарк» в 6 часов вечера этим днем. Сегодня в белом танце кружимся. Вот, ребята. А что ты? Камера. Алиса, на станции! Олег, я сейчас буду как-то так, что ты со мной танцуешь. Хочешь?
Ну, Олег! Не покидай нас, Олег! Мы в тебя верим! А вы пройдете? Венгером? Олег, пройдешь? Нет? Олег, ну проходи! Что такое? Что такое? Вот, ребята, Олег. Так, ну-ка. Вот, ребята, Олег уходит. Вот, ребята, Олег уходит. Все. Олег уходит. Венгерова, ну куда? Итак, Венгерова отказалась получать повестку и уходит на перерыв куда-то. Вот, все. Венгерова! Олег! 6 часов вечера, ТЦ «Авиапарк». ЧВК «Редан» будет тебя ждать. Желательно покраситься в черный цвет, при себе иметь удостоверение ГКУ и тому подобное. Будем ждать. Там «Редан» набирает, проводит частичную мобилизацию анимешников. Кто такой? Руки свои убрали от меня. Руки свои убрали. Руки убрали свои от меня. Руки убрали. Вы что за толкание? Вы кто такой, чтобы толкать меня? Я Леон. Не понимаю. Здорово! Как дела? А почему у вас стажер один стоит? По технике безопасности положено двое, как минимум. Здорово, девочки! Кто за меня пойдет? О, ребята! О, снимают они на подборку, думают, как... Как, за кого выйти, думаю. А, нет, я тебя сам не возьму. Зеленый, ты где? Зеленый, давай к нам. Зеленый, давай к нам, иди. Зеленый. Зеленый, давай к нам. В общую компаску. Здоров, как дела? Он отдыхает, он сейчас шашлычки тут будет делать. Вон, вот он, мангал. Ладно. Да ладно, сейчас устрани. Сейчас. Чё там? О, все, идут. Да не, все уже идут на подмогу, все уже.
Устранение будет устранено сейчас. А то бедная девушка сразу же покинули, а? Ну что такое за деньги? Опа, передача наркотик. Попытка спрятать что-то запрещенное. Что запрещенное у вас имеется? По-любому. Запрещенные там наркотические вещества, колющие, режущие, огнестрел имеется, нет? Вообще на Витя! Да. Витя! Это не тот Витя, который должен с вами разговаривать. Все. Витюш, ты только людей не трогай, ладно, не задержишь больше так. Вот, смотри, не пускает их. Тин-дон! Тин-дон! Стучите громко! Тин-дон! Громче стучите! Тин-дон! Они пароль забыли. Молодец. Вспомни пароль. Витя, возвращайся! Все, погнали!